В этом году нам исполнилось 80 лет. Поэтому, конечно, значит, работ косметического плана, значит, таких ремонтных работ очень много. Поэтому поэтапно, планово мы приводим школу в порядок. Особенно ту старую часть, значит, которая 36-го года рождения. В этом году запланировано ремонт 4 кабинетов, плюс ремонт коридора. Кроме этого, косметический ремонт по школе в целом.